Всем привет, дорогие друзья, с вами Numpad. И в этой серии Miss Survival мы продолжаем залутывать подчистую все новые земли. Осталось нам с вами совсем вроде бы и ничего. Ох, какой лес красивый, вы только посмотрите. Какой шикарный лес. Кстати, из машины смотрится круче, вот. Блин, а тут солнце просто бликует, да? Блин, а вот когда вот оно не попадает на тебя, какая красота. Итак, сегодня, значит, нам нужно залутать вот это поселение, которое будет справа от нас, и вот там вот слева. Слева там, в принципе, вообще можно просто лутаться, а там я, наверное, все забирал даже. Или нет, но там врагов нет. А вот здесь вот нас поджидают враги. Вот в этом домике, ну, радует, что он здесь один такой. Мы сейчас вот здесь вот припаркуемся. Давайте попробуем с коктейлями, что ли, зарашить этот дом. В прошлой серии у меня забаговались что-то коктейли Молотова. И они не хотели убивать врагов. Но сейчас вроде все хорошо. Вижу одного, вижу вот здесь еще одного. Так. Надо прицелиться и попасть прям. Ну, о, нормально. Сжег. Так, сейчас мы там огонь переждем. Блин, наверху еще слышу врагов, а у меня хп мало. Что делать? Будем аккуратно работать. Там вон еще один. Там двое. Тут один, то есть трое было только на первом этаже, а возможно еще больше. Нет, здесь чисто. Здесь чисто. И лута тоже больше нет. Так, зомбак. Можно я кину вон того? Попал. Хорошо. Давай мы с тобой теперь разберемся. Ага, усни. Так, еще один есть. А, ну да, нам надо спички поставить. Зажигаем. Я не знаю, тут мебель будет мешать. Она же тут типа есть. А, нет, попал, все, отлично. Так, что тут? Ё-моё. Так, давай-ка щит достанем. А, не. Тут какая-то комнатка необычная, с патронами, смотри-ка. На винтовку. Ха-ха, прикольно. Так, я всех их сжег. Давай быстренько залутаем тут все. Тут, правда, недоделанные шкафы. А, нифига. Ну, это, я думал, только в одном доме недоделанные шкафы. Но тут они хотя бы есть частично, но не все. А вот в тот дом, который мы поедем последним, там вообще их практически нет, этих шкафов. О, порошок, соль, компоненты, спичек-то сколько у меня теперь. Так, всех тут зажег, спалил, победил на первом-то этаже я, да? Все тут залутал. Ну-ка, проверь еще разок хорошенько. Давай, ага. Все, молодец, красавчик. Что ты мне соль даешь? Лучше бы, я не знаю, что-нибудь более. О, ящик, еще один. А можно я тебя хоть обыщу там как-нибудь? Не, алло. Ящик, прием, прием. О, цепь. Хорошо, пойдем со мной. Давай, давай, не упрямься. Я все равно тебя заберу, ты же знаешь. Я уже твоих сородичей столько взял. Ну-ка. Ага. Дверь хрен пройдешь, но может я хотя бы ящик туда просуну. Иди сюда. Да ладно, там по-русски написано, прикинь. Эй, ну-ка. Шираз серого дыма, он еще и летает. 254, 50, 72, 40 штук. Брутто 48 килограмм. Я впервые вижу, что на этом ящике что-то по-русски написано. Я до этого, значит, не замечал. Давай, ну, пошли, пацан. Не вредничай, блин. Сейчас тебя сожгу здесь. А как он, кстати, не сгорел от коктейля Молотова? Блин, его не забрать, походу. О, да ладно. И на этих словах он как раз вылез. Пошли давай отсюда, пока меня не убили нафиг. Эть, спокойно. Иди сюда. Так, ты у нас в пикап идешь? Да, пикап у меня уже просел. Потому что я уже загружался, потому что меня здесь уже убивали несколько раз. Опять же из-за... багов. Ну, конечно, из-за багов. Как я еще могу умереть? Я же
Лучший игрок в Miss Survival. Как я могу здесь погибнуть? А что у меня спички так разбросаны по инвентарю, я не понял. Тряпки-то понятно. Так, что еще? Вот это сюда уберем. Вот это. Так, садись. Пикап. Ага. Так он меня и послушал. Сюда садись. Я сохраняюсь и иду лутать второй этаж. Ну что ж, второй этаж. По звуку есть противник справа. Ничего не лутается. Да ладно, лутается. Бензопила! Чего? Еще одна бензопила? Реально. Так, подожди, а тут обе открываются сразу. Охренеть, вторая бензопила, каска. Тут есть кто? А, да, есть, но он далеко, я вижу стиральный порошок. Пусть там посидит. Тихо. А, так он один. А тут даже двери не сделали. Все, я понял. Чувак. А кто? Или это на первом этаже тебе начали шуметь? Ладно. Я с ним сейчас по-безопасному разделаюсь. Ага. Спичек-то полно. Че экономить? Раз. Хрен. Зажигай. Опять забаговался, что ли? Два. Хрен. Это как понимать? Ага, понял. Это понимать как баг. Не, ну это серьезно? Два коктейля на тебя потратил? А ты в меня стреляешь. Ты не обнаглел ли? Гусь. Блин. Как тебя напугать коктейлем тогда? Никак? Ну ладно. Зараза. Потратил на тебя, значит, два коктейля. А ты не захотел умирать. Да ладно, еще ящик. Блин, да что же вы все тут забагованные-то такие? Ты пойдешь со мной по-любому, понял, да, ящик? Тут что еще? Что еще тут есть? Это не лутается. Все, ящик, давай. Тут, кстати, что-то мешается, какая-то коллизия невидимая. Но она тут не всегда. Вот. Вот здесь вот есть. Вот это вот место. Какой-то столб как будто. А, так это люстра, елки-палки. Давай. Пошли со мной. О, может я колесиком подвигать, реально. Может поможет как-то? Нет? Тут вообще лута не было, получается, на втором этаже. Да ладно, все, уходим. 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 Что с дверью? А, я думал, она закрыта. Давай, 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 давай. Пошли. Пойдем со мной. И все получается? Ха-ха, наши враги закончились. Остались только пустые всякие ангары безопасные, которые можно залутать спокойненько. Вот этот ящик, кстати, прикольный, я бы его на базу себе утащил. Мне такие нравятся. Надо вот в него лут сложить самый полезный и утащить с собой. Ё-моё. Все на месте, надеюсь? Да, вроде на месте. Я еще раз сохранюсь, потому что у меня хп мало и один любой удар может меня убить. Ну что ж, нам осталось пробежаться здесь вокруг дома. Посмотреть, что тут есть. Вот эти кустики бы, блин. Я бы себе взял где-нибудь, посадил бы. Прикольная тут местность. Мне нравится. Может быть, вот здесь что-то найду. В таких местах. Хотя... похоже, что тут ничего не будет. Скорее всего, лут сюда еще не завезли. Но вот на этой башне я знаю точно. Там есть, по-моему, шлем. По-моему, шлем. На какой-то из двух. А, бронежилет. Еще лучше. Я его сразу эквипну, потому что мне еще и шлемак поломали. Вот сволочи, а. И каску одену. Строительную. А, почему бы и нет. Там туман, кстати, начался. Как я удачно залез на вышку. А здесь, по-моему, пусто. Да, здесь пусто. Спускаться я не буду. Я здесь переночую. И пережду... точнее, да, не переночую. Пережду туман. А, я уже думал, я не могу тут спать. 3 часа поспал. Туман прошел. Персонаж подлечился. Только немножко проголодался. Давайте мы его покормим. Хотя бы тем, что есть пока. Вот. И пойдем дальше лутаться. Тумана у нас сегодня уже не будет. Мы можем... залутать все, что мы захотим.
Но я так понимаю, что здесь мы ничего не залутаем. Тут вообще лута нет. Так, главное к дому близко не подходить, а то меня сквозь стену, как обычно, убьют сейчас. Сюда мы не залезем. Поехали. О, назад-то не едет у нас. Машина-то теперь. Блин, надо как-то развернуться. Ой, да ладно. В смысле? Ты чё? Я уже думал, меня понесло куда-то в небо. Так, ну-ка заглушись. Да не, ну все же нормально. Все хорошо, поехали дальше. Так. Осталось нам вот на ту сторону дороги переехать. Посмотреть, что здесь есть. Все эти построечки. А там точно лут есть, я помню. Я там вот тогда ночевал, туман пережидал, там был лут. А вот здесь вот сомневаюсь, что что-то есть, но я сюда не подъезжал. Вот здесь бы семена надо было, по идее, располагать. По сюжету-то, да? А не у бандитов. Ну, может, нам так и сделают потом. Вот эта дорога. Вот здесь вот были компоненты где-то на столе. Или... А, я их, наверное, забрал. Подожди, какой забрал? Я же здесь... А, теперь у меня тут доска. Вот компонент. Я же здесь не сохранялся. Я тут был тогда, с обзором приезжал. Точнее, прибегал. Нет, не надо. Вот так вот. Если у вас чувак забаговался, просто присядьте, и вы выйдете откуда угодно. Да, все, я здесь все посмотрел. А тут-то я не посмотрел. Кто там? А, тут куртка висит. О, тут компоненты, этот скреп. Да, я вспомнил, тут курточка висит. Вот туда мы даже не поедем, потому что там ничего нет. Я там был. Кто не видел, посмотрите мои предыдущие видео. Мы поедем к тому дому, в котором, кстати, по-моему, тоже ничего нет. А, еще я не был. Вот. Вот там вот. В том краю. Мы сейчас туда съездим. Прикольно. Ничего, что у меня как бы там 5000 ящиков и машине просто нереально на крышу упасть. Давай. Ну же. Тихо. Опа, и все. Я Халк. Ну, ты куда врезался-то вообще? Я что-то не понял. Провода зацепил, что ли? Вот это да. Ну-ка. А вот эту горку мы преодолеем. Нормально, едет. Вот туда хочу съездить, там я не бывал. Есть тут какой-то лут или нет? Тормозим. Так, ну и что тут? Тут бочечка. Она, кстати, ломается? Нет, ни хрена. На заправке уже машины ломаются. А эта вот бочка еще пока... Еще пока не хочет. Так, ну вроде все здесь. Да. Поедем тогда вон туда. В дом, который отсюда практически не видно. Так, где он? Вон там. Да, по полю-то, по полюшку. Ехать неприятно. Выйдем на какую-нибудь дорогу сейчас. Во! Нормально. Тормозим. Я надеюсь, здесь-то не сделали уже нам врагов. В этом хотфиксе. Этот дом был абсолютно безопасен. Кстати, он с лутом. Это прикольно. Так, никого нет, да? Да, вот он, этот дом, про который я говорил. Ну, тут, кстати, тоже частично есть кухонный гарнитур. Ха. А я-то думал, его тут вообще нет. Но тут есть шкафчик. Получается, что и все. Здесь. Ничего, здесь мы выйти не можем. Вот странно, вроде в одном доме я мог выйти, а в некоторых не могу. Хотя дверь одинаковая. Как это работает? Модель дома абсолютно одинаковая. Ну, только за исключением каких-то там комнат, подвалов, которые либо сделаны в одних домах, либо не сделаны в других. Ну, давайте посмотрим на втором этаже. Ну да, тут так все по-прежнему и осталось. Ну, тут пусто. А здесь у нас... Вот тут что-то было в этой комнатке. Да. Ух ты, даже еще и бус. Все, можно сказать,
что новые земли залутаны полностью. Абсолютно все я забрал. Абсолютно все я залутал. Вокруг дома лута никакого вроде как не было. Вообще, что я с дробовиком бегаю? Кого я тут испугался? Медведи тут не водятся вроде пока. Ага, скрэп нашел. Ха-ха. Опа, тряпочка. Ну, давай же. Возле туалета, блин. Может, она грязная какая-нибудь? Зачем я ее взял? Да. А я еще из нее бинты буду делать. Ну, какая разница? Алкоголем полил. Вот тебе и бинт. Ну что, едем обратно к бандитскому лагерю тогда. Там смотрим, что я несу на базу, что не несу. Так сказать, переберем лут. А вы не забывайте, что если вы хотите, чтобы серии по Miss Survival выходили чаще, то пишите мне в комментариях, какие еще у вас есть идеи, чтобы мне сделать. Потому что у меня пока идеи закончились. Я решил подождать нового обновления. Ну и если вы хотите, можете мне присылать свои сохранения. Я буду делать обзор на ваши базы. Присылать вы мне можете либо в личку в Дискорде, либо в сообщение сообществу ВКонтакте. Ссылочки есть в описании. Ну а здесь у нас еще один заваленный тоннель. Последний на карте. И, соответственно... Что, я даже залезть не смогу здесь? Да ну, вы что, издеваетесь? Ага, и все. Лута здесь никакого не припрятано вроде как. На этом локация заканчивается. Я поехал сортировать лут. Ну, а вы пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Дискорд ВК. Всем удачи и пока. До новых встреч, друзья.